Всем привет! Добро пожаловать на борт! В этом видео я расскажу вам о том, на что нужно обращать внимание при выборе пылесоса. Прежде всего, нужно понять, для чего он вам нужен и где вы будете им пользоваться. Для большинства бытовых задач лучше всего подойдет маленький пылесос без мешка для сбора пыли. Например, как этот небольшой BSS-1520C. Его вес всего 4 кг. Пылесос легкий и компактный. Что очень важно, ведь с ним будет удобно передвигаться по квартире и легко переносить на другой этаж. У него есть регулировка силы всасывания. С пылесборником справится даже ребенок. А в случае, если вам необходимо убираться не только в жилых помещениях, но и в гараже или мастерской, вам подойдет универсальный хозяйственный пылесос. Например, такой как BSS-1015. У него прочный металлический бак. Он отлично всасывает пыль, грязь, крупный мусор, может помочь при ремонте в квартире и даже собрать воду. Ну а если ремонт давно закончен и остается только поддерживать чистоту, рекомендую обратить внимание на моющие пылесосы. В модели BSS-1415V есть бак для моющего средства. С ним вы забудете про тряпки и ведра с грязной водой. Такой вариант пылесоса очень удобен в офисных помещениях, где все ходят в уличной обуви. И ежедневная влажная уборка просто необходима. Как мы знаем, чистота – залог здоровья. И это не просто слова. Ведь многие страдают аллергией. И поэтому по достоинству оценят пылесосы с аквафильтром, как в модели BSS-1630 Premium. Вся пыль будет проходить через воду и оставаться в ней, а воздух дополнительно фильтроваться HEPA-фильтром. Не зря эта модель используется в медицинских учреждениях, где требования к уборке максимально жесткие. И напоследок расскажу про узкоспециализированные пылесосы, такие как BAC-522. Этот пылесос предназначен для уборки строительного мусора, такого как битое стекло, металлическая стружка и тому подобное. Но основная его особенность в том, что им можно собирать золу. С ней вообще отдельная история. Немногие знают, что обычным пылесосом собирать золу нельзя, так как угольная пыль отлично проводит электричество и быстро выведет из строя электромотор обычного пылесоса. Но этот пылесос создавался специально для такой работы и может собирать даже горячую золу. Если вы хотите увидеть подробный обзор на конкретную модель пылесоса, то пишите об этом в комментариях, и мы снимем его специально для вас. Надеюсь, теперь вам будет легче выбрать нужный пылесос. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока!